В Ненецком округе будет снят ряд ограничений. В ходе оперативного штаба под председательством главы региона решено отменить режим самоизоляции для жителей старшего возраста, а также открыть бассейны в дошкольных учреждениях. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. С начала года губернатору округа Юрию Бездонному поступали многочисленные обращения жителей региона о том, чтобы снять с режима самоизоляции граждан высокого возраста, которые уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Лица старшего возраста, кто прошел вакцинацию, они не обязаны находиться на домашнем режиме, на режиме самоизоляции. Они могут ходить куда угодно, они могут, если они работают, выходить на работу. Просьба внести оперативно изменения в 12 ПГ. Что касается перечня документов по прибытии граждан наземным или авиатранспортом, то здесь тоже внесены изменения по просьбам прибывающих в регион жителей. Расширив этот перечень и позволив людям, и тем, кто вакцинировался, и тем, кто прошел тесты ИФА, прибывать на территории, при этом без ПЦР-тестирования. Еще несколько обращений было связано с детскими садами. Родители просили открыть в дошкольных образовательных учреждениях бассейны. Вопрос был проработан Департаментом образования, культуры и спорта. Так, с 1 марта все бассейны заработают в прежнем режиме. Что касается проведения мероприятий на открытом воздухе, в данный момент вносят все необходимые поправки в постановление губернатора. У нас есть этот режим. Но скажу, что все настолько уже истомились от сидения дома, что хотелось бы какого-то праздника. Все эти праздники, о которых упомянул Антон Геннадьевич, они все будут проводиться на открытом воздухе. А температура у нас воздуха достаточно низкая, стоят крепкие морозы. Поэтому уверен, что это никоим образом не отразится на распространение этой коронавирусной инфекции. По плану 6 марта стартует марафон добрых дел. 20 марта пройдут соревнования по кроссу на снегоходах «Бурандей». И 21 марта состоятся спортивные состязания оленеводов «Семенхат-Мерита». Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал «Север».